Шериф победил в первой игре чемпионата Молдавии 2022 года. Игры возобновились после зимней паузы. На домашнем стадионе Шериф провел матч с одним из лидеров чемпионата Аргеевским Мелсами. В этой встрече в составе тираспольчан на поле появились четверо новичков. Это бразильцы Ренан Гедиш и Витор Пернамбука, буркинеец Седрик Бадало и албанец Реги Лушке. Новички отметились уже в первом тайме. Пернамбука опасно пробил в ближний угол, а удар Бадало пришелся в защитника. Подает македонец. Распечатать ворота гостей удалось только в середине второго тайма, когда после удара Дуланта Трааре удачно сыграл на добивании. В итоге минимальная победа Шерифа. Тяжелая игра была, хороший соперник. Вот. Много у нас не получалось. Вот. Но разберем, сделаем анализ. Вот. Ну, что сказать, выиграли 1-0, результатом довольны, а игрой не совсем. Как я говорил перед игрой, что должна быть интересная и напряженная игра. Мы, в принципе, всегда с Шерифом играем на таком уровне. И, конечно, обидно проигрывать, но проигрыш есть проигрыш. Тираспольчане укрепили лидерство в чемпионате. Они опережают Петрокуб на 5 очков. В субботу у Шерифа еще одна домашняя игра. Соперником будет команда «Святой Георгий».